яркий салат правильного питания из самых доступных продуктов. Погнали готовить! Потребуется отварное мясо. Я использую грудку индейки, но и куриная грудка прекрасно подойдет. Красная фасоль нужна консервированная, без томата, а кукурузу любую консервированную. Ко всему этому необходимо пару мелко нарезанных зубчиков чеснока, либо пропустите через чеснодавку. Отварное мясо нарезаем кубиком, либо дольками, да и любой другой нарезкой тоже будет очень хорошо. Для зимы помидоры, конечно, не дешевый продукт, но в данном рецепте очень желателен. Нарезаем дольками. Без сыра можно обойтись, но лучше добавить для вкуса. Мелко перетирая и все тщательно соединяем. Данная база еще не готовый салат. Завершаем уже в порционных тарелках. Накладывая не в полную глубокую тарелку, оставим место, чтобы перемешать с натуральным йогуртом либо сметаной. Можно и майонез, но это будет не ПП салат. А чтобы ваш мозг кайфанул от контраста, потребуются сухарики. Добавляем салат и наслаждаемся. Приятного аппетита. Пока.